Ладно. А где же твои подвязки? Тут их нет. Подвязки? Я давно про них забыл. Ты что, записался в битники? Какой ты отсталый. Времена подвязок прошли. Ну, не знаю, Кэтч. Я и без того нервный. Не хватало еще дергаться и думать, вдруг носки сползут. И как ты не боишься сверхнуть голенью, закидывая ногу на ногу? Наступил космический век. Сейчас используют такие новые волокна, как лайкра, орлон и дакрон, чтобы носок как можно крепче держался на ноге. А какой длины должны быть мужские? Откуда мне знать? Думаешь, я часами сижу в клубе, в раздевалке, сопоставляю и сравниваю? Тогда покажи мне еще раз. Измерим, я возьму линейку. Бери сразу метровую. Такой хватит? Ну-ка, раскатай его на полную. Чтобы был совсем поднят. Да он целый день может не опускаться. Говорю же тебе, космический век. Химия украшает жизнь. Ну и сколько? 40 сантиметров. 40 сантиметров? Ну и куда мужчине такая длина? Почти метр уверенности на каждом шагу. Не забудь, у меня их два.